Гаутама Будда, 24 декабря 2014 года. Цикличность развития Вселенной и человеческого сообщества предполагает циклы развития и циклы спада. В зависимости от того, насколько человечество следует божественным законам и готово в своем большинстве признать главенство высшего закона в своих жизнях, в критических точках развития человечества может происходить глобальный слом или частичная приостановка стабильности развития. Если выразиться более точно, то мы вошли в полосу неблагоприятного течения внешних обстоятельств для планеты Земля. Всегда есть возможность пойти более легким путем. Но эта возможность открыта лишь для немногих людей, которые искренне следуют древнему учению и навсегда связали себя с Богом. Остальная часть человечества, к сожалению, должна столкнуться с возвратом той кармы, которую она сама создала путем неверного использования божественной энергии. Санат Кумара, 20 декабря 2016 года. То время, в которое вы живете, характеризуется термином «духовная битва». Это битва между светом и тьмой. Каждый раз, когда подходят к концу космические циклы, наступает время, когда души должны делать выбор. И в зависимости от этого выбора, они либо продолжат свою эволюцию на новом уровне, либо утратят свои достижения и продолжат эволюцию на более низком уровне. Либо эволюция души прекратится вовсе, и ангелы смерти пожнут свою жатву. Поэтому в конце каждого такого цикла людям дается возможность получить обновленное учение, которая позволит душам иметь верные ориентиры и сохранить возможность эволюционирования. Ничто, что меньше божественного совершенства, не может взойти на следующий этап эволюционного развития. Завершается большой космический цикл. Все, что не от Бога, будет подлежать разрушению. Для этого Бог допускает буйство
противоположных сил. Кто-то должен совершить работу по очищению планеты от космического мусора. Возлюбленный Альфа, 21 декабря 2016 года. Возможность спасения существует для тех, кто, несмотря на все внешние обстоятельства, сохраняет внутреннее созвучие с Божественным миром. Чем дальше, тем сложнее хранить это созвучие. Требуется гигантская сила веры и любви, чтобы выстоять. Требуется контроль над каждым желанием. Требуется взять под контроль высшего Я каждый выбор. Требуется пройти по паутинке над бездною. Пожалуйста, не пренебрегайте нашими советами. Перечитайте все послания, данные через нашего посланника. Все до одного. Именно там скрывается та нить, которая выведет вас из лабиринта иллюзии в божественный мир. И я встречу каждого из вас, победивших иллюзию, лично.